Конус, ты будешь начинать первый танчить, потом после трех стаках, точняк, забираешь ты, после двух войд. Тотем Тюрода я поставлю. Бафы ты что-то сделал? Хоть я бафы, каски сейчас раздам. И правого слизняка с точником вы танчите, и левого вы танчит. Такру дашь по моей команде, прицел гимна ХП тоже дашь по моей команде. И ранжу постоянно соблюдайте. МК давайте, Рэл. Можешь МК давать кому хочешь. Дай мне, кого, пожалуйста. Кого больше любишь, там мы. Кралики давай. Топ. Гуриш, целый рейс. Ты бог, ты ебать, ты давай прицел МК. Ну ты, я, конечно, не пидор. А, я тут прицел, блядь. Давай не будем. Все, я запускаю. На пул давайте, на конус, да? На конусы давай. Да. Дима, ты повторяй давал, ну? Да, я понял. На ХП кричим, не забываем. Дашь ты мне на СПД фласк? Мне нет, на СПД фласк. О, после вышли? Да. О, убили, сразу я выпил свою. Молодец, молодец, Олег, блядь, выдал такой, на самолете. Лужи сразу только выходите, я вас умоляю. Не стойте мне. Игор, надавите ДК. Дальше отойдите. Сейчас отойду, что. Че там, точняк? Тоже выходите. Да, я заберу. Посажу. Китеры, помогайте. Пойдите, служа. Нихуя себе ревностный. Ты БЗ не забудь отдать, точняк. Давай БЗ уже сейчас через 3 секунды будет второй этап. Все, я тут ревностный отдал, могу подержать, чё. Забирай. Все, забирай. Гомеопатия захить. Я чуть не упал. Ой, да хить. Прожми сейчас свой. Прожал. Добивайте его. На силу чем слабее, бля. Доты нету вот это. Бейте все правого слизняка, гильдия, да. Точнее, дота есть, а входящего первого урона нет. Ой, ты левую танчишь. А все, я уже забрал. Ваня. Все, давайте бей. Поговорили тебе. Ирнжу соблюдайте, Арбиверс. Сейчас рассасывайтесь, вы очень кучно стоите все. Не слышу, я смотрю, он побежал. Тема от природы нету. Отложил водил тюнку. Все, меняй его. Сейчас зеленый пленник. Че он не плюет? А вот. Захиливаем. Бейте слева. У нас, кстати, хороший ДПС. Быстро убили. ДК лови. Ой, ДК. ДК будешь ловить следующего босса. Можно не стойте. Можно я тотем поставлю гимноман? Прицел по гимноману. Я тоже тотем поставлю. Че нам жалеть? А, уже поздно. Я уже тут, блин. Уже. У меня мана будет. Ложу в воде. Все, забирай войт. Войт. Да, войт. Че еще самка собака? Собака ты ебать. Сатула я забыл. Здесь то же самое, РНЖ соблюдаем. И за счет от холода, пожалуйста, ставьте паладин. Слаза, бей давай, че там стоишь? Паладин, где я защита от... Это просто. О, дрон. Забери, у нас сейчас не отходился. Дайте на него напал. В смысле, какую игру? Ты че? Просто кастовал, его... блин. Так, внимание. Сука. Внимание, сейчас молимся. Пока.
Повезло. Красава, не кэс. Я был не прав. И не полностью прав. Сука, не базар. Так, ладно, я-то там поставил отход. А, он стоит уже не стал. Там ханта прохится. Да я не достаю. Сейчас кого-то по стене размажешь. Точняк дашь сакру. И ты знаешь, когда давать, я думаю, тебе можно запоминать. О, молодец. Кёрс, момент твой истины, ты там один стоишь. Давай, показывайся. О, ГЦ. А если боты бы не сработали, сейчас стоит. Ты сел вверх. Интересно, Бачев засчитал, да? Тут не улетает. А, да? Да, это случайно. Ой. Ну, групп лут. Ладно. Да, я сейчас мне поставлю. Мне кажется, если ты не будешь ставить лут, то мы сделаем ДБ. Не ставь, оставь группу. Давай, поверьте мне. Ай, хайв, Олег раздает. Че, я в коте подамажу здесь, да, Джараксуса? Да, спекайся в кота. Сейчас я ману тоже восполню. Поставьте рыбу, пожалуйста, А это Олег, поставь столик, а то мне нету на ману ничего. Рыба стоит. Да, я себе поставил, я стоит. Так, боссы запустили. Короче, зелеными метками мы выходим. Те, кто может, дисплейте сами себя там баблами, глыбами. Красным захиливаем. А конус, ну ты как всегда, выклеиваем, что уже это не поднимает. Так, Олег, давай потом. Усиление рунического оружия ДК ты не прожимаешь, прожимаешь вот только тогда, когда появится вулкан. И вызываешь войска. Гимн на ХП прибыл по моей команде. Серсей будете вдвоем отдавать. И Сакру тоже по моей команде. И диспейте, пожалуйста, абсолютно все босса стаки. Появляется вулкан, на нем сразу будет 10 стаков. Все диспейте, абсолютно все, даже я буду диспейте помогать. Да и до вулкана у меня появляется 10 стаков. И РНЖу возьмите и рассоситесь, РНДшники очень кучно здесь стоят хилы там. Отойдите от босса, нет, убить можно. Из-под босса, да, уйдите сейчас. Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Джараксус. А, Хан, поделись, пожалуйста, место со мной, Кёрс. Я хочу тут встать, никто не стоит там. Пино. Идите. Так и не забываем скидывать, все абсолютно скидываем. Рота появится, все заливаем. Или мага. Рогу выноси. Беги, малышка, беги! Мелизонь, осторожно, Мелизонь, осторожно. Выводи их. Сейчас сбоку я не вижу, где-то мужа. На носок хилим. Арлет, выходи с рейда. ДК там панцирь прожмысли. Ты мелочи пробивал. Так, сейчас момент истины. Сейчас будет скоро вулкан. Готовимся диспелить. Все абсолютно готовимся к диспелу. Вулкан появился, диспельте, 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 молодцы. Хилим сейчас, чешки свои тоже, давайте, гимн на ХП прицел, давай. Гимн на ХП прицел, давай. Так, уточняк, давай. Там пламя не стоит. Так, уточняк, дай. Сердце, я пой гимн на ХП, пой гимн на ХП, сердце, я пой гимн на ХП. Никого забрал. Тершак бейте, тершак заливайте. Все, нам повезло. Пытался убить только Эрнжу, соблюдайте и диспекте. Все. Сейчас так и диспекте. Все, осталось убить этого босса. Прямее пойти хилить. Слизни тотем выноси. Так и диспекте. Прямее пойти захиливаю. Все, добивайте этого босса. Так.
Ну, я сам себя прохилил. Убивайте. Молодцы. Ну, уже... А чё не дропил? Вот так вот. Мне надо деньги, если не все. Чё, у тебя был лям, голды стало полляма? Вот вы и собаки Альянса. Вы... Не знаю, 98, держи. Сотня. Таман. Сотня. Там сотня лизни, тотем кипину. Передашь туда. А, тотемы свои выбираете, шамана? Странно, что Церцея это выше него. Да идите нахуй, ебать. Ты чё, ты хочешь проверить, если, блядь? Пойдём в Солка, ебать, проверим, блядь. Кто выше, кто ниже. Погнали, чё, погнали, проверим. Да хули погнали, ты сольёшься, ебать. Ну погнали. Чё ты ведёшься на эту херню? Не, смотри, а мне фоточки... Прицел сыт. У него сенсей нормально говорит, погнали. Не умереть, слышишь, Шанан? Выхожу магом с инста, чтобы не умереть. О, прицел, у тебя сейчас шпышка висла, да? Коллег, можно сказать? Стоп, погодите, блядь, я сейчас специально умру, пусть это скажет, что повторит. Главное, что... Давай попозже обсудим, моя мать. Хули попозже, ты что-то хочешь проверить, ебать, подохвайся? Заходи, ебать, солка, проверяй, хорошо. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Да, детский сад какой-то, блядь, пиздец, чистая картина. А, Олег, ты будешь на кого-то заходить? Кого надо? На ДК. Давай. ДК, ДК. Так, пока Олег заходит, объясняю, кому че забирать конус. Ты забираешь звезду? Хотя нет, забирай лучше Рогу. Звезду забирает Рогу и конус. А кружочек пускай забирает точняк. Войт, ты забирай полумесяц на себя. Так. Мне кажется, больше нет. Ничего не обещаю, блядь, я медведь. Не замедляю, нихуя. Уйдет в ремар, пизды вам всем даст. Вы вот этих мобов танчите здесь. Кто, кто? Кого ты танчивает? Вара. Берсу не сливай, дает фир, прожимаешь берсу и забираешь. Она снимает фир. Это танки. Здесь вот будете танчить. Вот тут вот. РДДшники, чтобы я вас там вообще не видел. Ну дай бог, хоть один там будет. Или сейчас вот кто-то побежит потом, когда за пулем. Будем стоять здесь все на месте. Куве спекни тоже в танк, пускай что-то потанчит. Да, Киве тоже спекайся в танка. Сейчас Олег из Донпати. Это Куве? Там... Лок. Нет, да. Лок, дай шкаф. Там три совы у вас. Подис... Можете вихри давать на хилов. Надо дать каких-то базовых. Нет. На ДД будут они давать, сейчас все объясню. Так, изгнание не работает, по-моему, да? Я помню. Работает на дерево. Ладно, там сова, там гуманоид. Так, ладно, на сове по три. Канскири, давай ты посидишь на сове. Потом на локе пускай посидит у нас Рога. А, хотя нет, мы его будем бить. Потом метку поставлю. Рога, ты сиди знаешь на ком? Посиди, посиди. Где наш товарищ Ант? На ханте посидишь. Я тебе поставлю черепочек. А ты ему чисто станы раздавай, все. Вихри пускай раздает. Конскверри, давай ты покидаешь на мага. Крестик. На него покидаешь вихрь. Я герцога. И первого мы будем заливать. Сейчас танки запоминать свои цели, потому что я сейчас буду метки скидывать. Первым мы будем заливать Лока. Потом мы будем заливать Ханта. Черепочек. Потом мы будем заливать Керистик Мага. А нет, потом мы будем заливать Череп Сову. А потом мы будем заливать Керистик Мага. А Сережа, посидишь на черепочке, покидаешь ему вихри, ладно? Вот, держать. Смотрите. ПВ и конус. Помогай мне с Варом, с Месяцем. А то я могу проебать его. РДДшники, вы сейчас будете только здесь. Только не стой близко к нему. Вот, мы здесь будем их... Здесь будем дамажить. Чтобы не подходить к миликам. Давай я Вара потанчу, будет кого-то другого потанчит. Не-не-не, ты будь, ты нам нужен здесь ДКшником. Он заберет и уведет его к воротам эти. Ну, если я проиграл... Мы просто сейчас будем стоять. Кого я танчу, скажи, БДК? Ты никого не танчишь. Но мне ты просто...
страхуем Мелуара. Ну, можешь стерковать, да. Ладно, пивая. В общем, смотри, ты бежишь сейчас в центр и тянешься к нам. Где наш лог? Вот звезда. Ты тянешь в центр сюда, к нам эту звезду. А, Олег, ты сейчас будешь здесь вот стоять. Где я сейчас стою своим элем. Я вот отсюда с центра перетянешь его сюда к нам. Все, и мы будем его здесь заливать. И так будете каждую метку тянуть. Сначала звезду, потом будете тянуть треугольник сюда к нам. Все, больше тряпки здесь. Тряпки здесь 200 даже туда. А, тряпки сейчас на себе метку поставлю. Вот квадрат, и за квадратом постоянно стойте. Ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. Тупо стойте здесь со мной, и все. Я это сейчас он написал, понял просто. Ну, я надеюсь, что он понял. И по диспелам. Лизни тотем, ты будешь диспелить точную цель, которую мы будем бить. Сердце, ты будешь диспелить массово. Сердце, ты меня слышал, а ты обычно там музыку слушаешь, я знаю. Сердце, я. Допускай гомеопатия по диспелю. Не-не, гомеопатия пускай хилит. Эндор, давай ты по диспелишь массово, хорошо? Я думаю, все меня услышали. С таким контролем там не хухилить. Погоди, Дима, ты кого первым лупил? Сову? Звезду. Звезду лупим. А потом кого? Окон. Звезду, потом? Потом будем ханта, потом будем сову, потом мага. Я руку у нас держит. Короче, звезду, то я уже все понял. Я уже все объяснил, кому что делать. Все, ваша задача это сделать. Больше у нас ничего не требуется. Рейтери, это готово? Рейтери, кстати, ты можешь подбежать там. И кинуть покаяние сразу сове. Пул. Все, давайте все Дима, сюда. Дима, кого первого бьем? Блять, звезду вы вообще слушаете? Нет. Иди все, иди сюда, квадрат. Если они даже это не слышали. Вы че там? Эндора, давай. Блять, заткнись, короче. Массово диспелишь Эндора, точно диспелишь Лизни Тотем. Все. Сейчас идите все сюда, квадрату, кроме танков. Все сюда идите, я сказал. И нефиг впереди поставь тусоваться, вот сердце, что ты там делаешь? Дима, поставь пистер, тут где, блядь? Все, сейчас идут только танки. Сейчас идут только танки, 2 ДК, которые мне сказал тянуть звезду. Все, давайте, танки, идите. Войт, уводи его к воротам. Тяните сюда эту звезду. Тяните звезду сюда. Все, хилы, вы можете подходить там к танкам и хилить. Холи палки и так далее. Я на рейде буду тоже сидеть. Все, бейте звезду и дисплейте ее. Куда вы там побежали? Вот ШПшка куда? Вы квадрат вообще видите? Вы сейчас милика сюда притянете, диспелите массово. А, вихрь, дайте черепочку. Так, хан далеко, потом бейте череп. Там хан на танке сидит, это нормально. Так, я на всякий случай ерку тоже дам. Бейте черепочек потом. Череп бейте и сюда их тяните. Если у вас перетяжка от КДшла, тяните их сюда, в квадратик. Если сюда кто-то бежит, потом давайте сферы. Я вам танком сказал ворот танчить, а вы танчите, блядь, там где я вам сказал. Все, потом по возможности тяните сюда. А, тяните шамана, если есть возможность, он ближе всего. Хант на ДК сидит. Шамана сюда, смула притяните. Вон звезда. Сейчас вот, конечно, не идите, он сейчас вам все перетянут. Добивайте сову, бейте шаман, звезду. Отлично, нам все не везет, блядь. Только не идите вперед, танк. Там стойте издалека, вот где квадрат, и тут убейте их, РДДшники. Потом тяните сюда по возможности кружочек. А нет, вон там уже маг лупит, кьюэ. Крестик возьмете и потяните его сюда к нам. Потом тяните сюда крестик. Диспелик не забываем. Все, бейте мага крестик. Дай ману, даю. Так, ману ставлю. Тяните, замедляйте его тоже корником давайте. Чтоб он вот так вот не убегал. Потом кружочек тяните квадрат, то есть ты кажется, если у вас дышалось, квадрат подбегаете, тяните его сюда. Забери, Олег, луну, луна, ёбаный в рот. 3 вара, вара забирайте, 3 вара. Уйдите РДДшники от вара. Сюда квадрат убегите.
А он забрал, уже КВ забрал Вара, все. Я все вижу. Потом ханта треугольник тянут сюда, там уже хант начинает отстреливать нас. Бегите от луны. Ханта бейте, кружочек. Ой, треугольник. И крестик добейте, пожалуйста. Бейте треугольник, вон там возле ворот. Бейте его. Дайте кто-то антифир на мишку. Если... Сейчас войд, погоди, дам. Кто у меня берсак? Где есть, да? Не знаю, где-то медведь он. Да, сюда. Ну, все, спасибо. Так. Потом кружочек бейте. Бейте кружочек. Чем вы готовы? Нет, Рога жив. Рога живой. И ничего страшного. Вас там дофига. Бейте Кулифала сюда, к нам притягивать. Тут бабаке помогите, я вас делаю делать. Не знаю. Уверен, умирать, да? Бейте потом помогите. Идем потом к полумесяцу, бьем его и бабу дискольте, забудьте. На дискольте сейчас. Все, бейте полумесяц. И будем вот так вот по очереди бить. Били полумесяц, идем долбил на пробу и потом ДК. Ух, повезло. Свободные танки, помогайте Рогу потом каскать. Да, будет свободно. Вы можете оружие там поснимать. Станы там, за. Я подойду даже к нему-то темп поставлю за него. Кинбег. Убивайте. Коша. Коша, это ерунда. О, блин. Все, ИДК. Теперь его. Его не бей. Давайте убиваем ДК. Терсай, отойди подальше. Слишком пустая и горькая победа. Все. После сегодняшних потерь. Утай там сундук. Кто еще, кроме нама? Ну на вальке там от сверок отбегать надо, я так помню. На себе. Опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем личом. Ролный рецепт кидаю, вот. Оп. Это ролна кидай, да? Рецепт это. А, поставьте столик там. А, стол наш нет, мага нет. Это поставьте какой-нибудь, я не знаю, там, пожрать хоть что угодно. Маны нету. Надеюсь, у нас не войчат будет танчить, или в 3 танка будем. Слышишь, псих? Войц пикайся в кота, точнее, с конусом будет танчить. Может, третьего на всякий случай, потому что срывает агро там у этого, у второго танка. Ёбнет кого-нибудь и все, пизда. Да не ёбнет. Да не ёбнет, чё я там. Дима, пусть лучше будет с войдом или с левой стороны второй танк стоять, потому что сорвут и пизда. Да, все нормально будет, не ссы. Да, точнее, заберет. Если что-то массовым забирай, я сразу заберу основу. Смотри, я предупредил. Там главное частицу кидай на читочника и хильте меня. То есть, если переключаемся, то частицу на меня перекидываешь и хилите. То есть, ну ты понял, всегда на дальнем танке держишь частицу. А это разве не Джейми сейчас танчит? Ой, хилит. Ну, я ему и говорю. А. Мне кажется, он все знает. А слышишь, Олег, тебе надо отойти. А урод огня. Олег, отойди там. Осторожно, смотрите, берите сверху. Блять, Олег, блин, кусь сюда к нам.
ты темненькую взяли. А, по поводу смены цвета я скажу. И белой сверки здесь не ловите. Когда смените на белый, темный не ловите. Так. Все готовы. Танки начинайте. Здесь молимся нахуй. Идите танчить. Не ловите белые сверки, я вас умоляю. Если будет смена цели на нашей вальке, прицел сразу берешь противоположную сверку и даешь гимн на хп. Хит. Забирай точнее. Да, под ноги выйдет что-то. Да, готовимся. Повезло, бьем. Нам удача сегодня улыбается. Это ты пидор. Да тихо. Танка там какие-то. Готовимся, скоро еще одна способность. Она будет последняя. Болимся, чтобы нам опять повезло. Не бейте, бейте, блять, повезло. Опять что ли играем? Слышишь? Все, наконец-то. Все, осталось захилить и бить босса, и все, идем дальше. Ласт. Прицел, дай на всякий случай гимн на хп. И прицел первее, чем сердце, и еще и гимн на хп отдал. Жесть. Я сверху не ловлю черный так-то. Ну да, здесь я. А что ты не ловишь? А зачем мне дамаг получать? А черный, блядь, ты ебнутый? А черный ты не получаешь. Ты от белых получаешь. Блядь, я, короче, не ловлю те сферы, которые не надо. Короче, идите в пизду. Черный, а черный не получает. Ты черный. Я тебя на всех боссах, кроме этого, придамажил, потому что тут сферы не собирала. А, так я тебе ничего не мерил. У меня. Ты хочешь померить пись или что ты хочешь? Да, хочу, давай. У меня пися больше, потому что у тебя во внутреннем. А у тебя нет? Не, у меня нормально, у меня стоит. Дай мне ДКМК, пожалуйста, на этом, на ласте. Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Аж нет. Ладно. Спасибо. Типа, если ты даже что-то хочешь доказать, типа, ебать, ну. это не тот случай, который надо когда-то, блядь, кто что-то доказывает. Что? Еще раз. Как ты хочешь сейчас с трэшем на второй фазе играть? На третьих? На последней? Контролить? Если что, могу зайти на протопала, а Олег на ВДК. Я могу одного мобу. Либо QVSP кнопить. Ну, я сейчас объясню. Будет у нас много шипешек. 4 шипешки, 4 моба можно законтролить, я вот почу. Да, я вот тоже думаю, контролить только будет. Только это надо четко сделать. Я прям хуй. Так, а если что-то пойдет не так? Если пойдет если так, это саботок, звездопада с контроля. Так надо сказать, что не надо звездопады давать. Сейчас все объясню, я сейчас на лара зайду. Сколько сковывание держится? 30 секунд? 40. Полминуту. Минуту. А, ну тогда нормально. 50 за секунд минуту. Точно держится. За минуту. Там любой урон выходит. Да. Там можно еще покаяние кинуть. Покажи минуту. Сейчас я зайду на лар. А, тогда ну покаяние. 4 кило захилить. Огонь аура на льда поменять сейчас. Темп на силу земли. На силу первого. Лизнета темп поставит. Страшно. Ну вот в прицеле я не сомневаюсь, что он законтролит. Если ему сказать, с какой стороны он законтролит. Остальные пусты не знают. Не знаю насчет прицела, он.
расстояние зеленого слизня не набирал, и вайпал нам рейды. Ебать, я попойнул, блядь, слышишь, я так зеленого слизня законтролил, охуеть, ебать. Продайте, пожалуйста, фласку на СПД, ребята, есть у кого? Продайте. Кого контролить надо? Дайте, сейчас я уже не остался подбежать. Ягер, шкаф. У кого стоит аура от огня? Поставьте это льда здесь. Так, сейчас я подниму. Погоди, Дима, мне кого контролить в третьей фазе конкретнее можно? Ну, мы смотрим на босса в лицо, блядь, с правой стороны, с левой, какого моба, чтоб я не того, блядь, случайно не законтролил. Обращаю что ваше внимание, что Кралька сомневается, что сейчас 4 хила. Ретри, наверное, сказали спекнуться. Не говорили. 4 хила, тут делать нечего, спекайте 5-го. Ну, лучше 5, конечно. Да, спасибо. Я тоже переживаю за это. Есть у кого-то эрдру, там, у Джеста, например? Да, лучше эрдру, чем... Эрдру тут и нужен как раз. Так, меня слышно? Я вылетел, сейчас дойду. Да, да, слышно. Сержик, ты в РК? Ты чуешь меня? Да, да. Тебе є AirDrew спек? Нету, нет, у мене код. Дуже погано. У вас протопала нету, я могу зайти на протопала, если у вас нету. Ну, блять, я только двух мобов отвечаю, могу удержать, потому что ебал в рот. Вайфнуть вам ачивку. Так, а Серж у нас что, не в хиле разве был? Нет. Я думал, он пришел. Серж, а, ну все, это Олег, дай мне хотя бы ассист. А че вы где? Мы сейчас... Так, короче, СРС, это тут. В общем, когда я скажу свои позиции, я сейчас всех оглашу, кто что делает. Вы сразу уходите, даете контроль. Так, мы не определились с хилами, кто будет пятый хил. Не будет пятого хила, 4 хила сюда. Да мы обосрёмся, блядь, хуёво. Да не обосрёмся. Сука, ну шаман хилит танк, ну, полипал танк. Ну, в принципе, стоит. Тогда ну, с генами нужно разобраться сразу, по первый, второй, третий. Эндора, да, с первый ген, с РС, второй, прицел, третий. Я думаю, мы без гемов здесь обойдемся. В общем, понимаете, на удачу. Да, вот четыре хила шли и все захилили. Но, короче, объясняю. Сердце, это не слышишь? Ты будешь контролить справа, вот здесь вот. Ближнего моба, который самый ближний будет выходить отсюда. Потом... Берточка показывает. Я не помню, откуда они. По-разному они выходят. Они могут ближе отсюда. К стене там. Да. Я поняла. Ну, самый ближний, который видишь ближе всего отсюда, справа, ты его контролишь. Самого дальнего справа, пускай контролит рейтеры. Кинешь покаяние? Ей бежать надо. Пускай 4 куста. Хочу никого. Что еще раз? Блядь. Пускай близко, ей бежать еще, блядь, далеко. Да она выбежит, что ей сложно выбежать, дать пока одно покаяние. Я, блядь, сомневаюсь в этой хуйне. Ночи, все, хватит, ходите. Прицел, тебе не напряжно зайти на пал или тебе на ачива надо? И мне вообще похуй, мне есть и чего. Чё сделать? Протопала. Вот ты сейчас Шанана объясняешь им за контроль, а она первой фазе тоже будет контролить? Нет, на первой не надо, зачем? Ну а кто будет контролить, косты там сбивать? У нас же БДК только танчи с протопала. А у нас же еще Войт есть, он тоже ж может сбивать косты, если в случае чего. Но... Мне это хмело, ебать. Сейчас захожу на Сунчопа. Здесь просто будет два протопала, которые без напряга все сами сделают, без помощи. Ну, ладно, заходит. Так, пятый хил. Да речь, видишь, не о том, ну, протопал-то, ладно. Речь о том, что 4 моба первых законтролить, а потом уже проще будет танком. И первых, а, блядь, на третьей фазе, блядь, первых войт, ну, говори, я нормально. Я и говорю, сука, на третьей фазе, блядь, чё тупой, что ли? Сказал первых, но, на третьей фазе, на третьей фазе можно контролить спокойно. Ну, вот, это ладно. Ладно, давайте дальше. Вот, Серсей, ты контролишь ближнего, а Рейтри, ты просто выбежишь, кинешь покаяние на дальнего правого моба, и всё. Подожди, подожди, на какого правого? Лево. С какой стороны он идёт тут право? Вот, ты смотришь на новый ранг и поворачиваешься направо. Вот с этой стороны? Ну ты звезду видишь? Ага. Вот. Вот смотри, вот будет два идти моба. Один ближе всего, один дальше всего будет идти. Ты контролишь самого дальнего. Вот БДК хорошо. Стоит, это будет ближе. Да. А звездочка это дальний. Я думаю, она поняла, бля.
Так, да, на нем можно. Это на какой? На третьей фазе, да? Да, да, да. Я скажу, я... вот. Я вот скажу, люди, идите на позицию. Да, есть. Хорошо. Эти талантиста. Да. Я сказал, идите танчу. На позицию, все, вы выходите на позицию и даете контроль, и все. С какой стороны я танчу? Ну, вы там сами решаете. Потом, Эндуард, ты здесь плюсуй? ТП. Только вы танкам не забудьте сказать, что первых мобов на третьей фазе контроля. Эндуард, ты тут? Эндора. Ты, танки, короче, тоже контролишь. Не расслабляйте, если там вылез контроль, и что там, тоже ловите сразу. Ты контролишь, получается... слева ближнего моба. Понял, да? И гомеопатия стоит. Да, ты не поняла? Написала в чат. Да, яс. И вот надо, чтобы еще один какой-то кинул контроль. И гомеопатия вон есть. А, ну да, гомеопатия. Выйдешь тоже и контролишь слева дальнего моба. Тоже выйдешь, да, шаков, все. И запомнишь его в цели, будешь следить за ним. Что тут больше ничего не надо. Это, ладно, так вам надо. Да. А теперь, да, не, пятый не понадобится тут. Сейчас все так захилит. Ну я не уверен в Серже, вот этом Эрдру. Он будет поднимать рейд? Я не знаю, как он хилит. Может, ваши едет. Дай кулак по хантам, пожалуйста. Да тут хилить в основном ничего не надо. Если сейчас они кинут контроль, тут танков не надо хилить, тут надо уже рейд. Ну а я за рейд говорю, не за танков. Надо правильно хилить рейд. Я нет. Думаю, теперь идти уже цепушку там кастанет, либо волну какую даст, я не знаю. Серж, ты уже хилил Анну Барака? Дайте фулбаф и кулак в ару, давайте, пожалуйста. И... еще минуту. И как... по хантам тоже блочил, пожалуйста. Как он не в РК, как мы здесь собрались тогда? Вон он в РК собрал. Серж, ты шаришь на нубараке? Как хилить? Шарит. А, он знает. Ну, будем... Сдайте кулак, пожалуйста, по рейду. Я раздал просто, если чё. А, три рода визитатэм поставь, пожалуйста. Дайте таки хантам уже кулак. Дайте кулак. Так, рейд я... давайте заменим, она куда-то отошла. Вот она тут. Она не бафает. Баф. И этот васап. Отсюда кидаешь свой ЛП и поворачиваешь босс. Да я в курсе. Точняк, ты тут? Да. Вы распределите, кто где будет танчить? Начинаю, уже все готовы. Дверь, дверь, блядь, что ты делаешь, прицел? Я с первого хотел сбить. Не надо сбивать, здесь кому сбить. Ханты могут бить. Пачку под босс. И эту пачку нужно слить обязательно. Видите, видите под босса, ханты там тоже накуливаются наполовину. Все, эту пачку не бьем. Пачку не бьем, 100%. Бейте, бейте. Тянули, сбили, молодцы. Все, дальше бьем босса. Я снова пачку к вам подведу. А, вы можете особо не увешать, там, и совершенно не давать, можете спокойно бить. Он закопается, и мы успеем его и так видите ли их сюда? А протопалы кровосудим света, пожалуйста, не бейте. Тут больше ДПС просто давайте. Заверите моба, моба заверите. Сейчас он закопается и дальем трешак. Он закопался, трешак заливайте. Из нитотен. Он знает, что делать. А ну. Другие? Ты... Эндора, давай, пожалуйста, гимн на ману, ставь тотем сердце, ой, сердце, секьюрити. И бейте. Весь первый летает, или что-то не работает, но...
Да уже не работает эта фигня. Ага. Я привык, что она работает. Теперь не надо попробовать. Так, короче, следующую пачку мы заливаем обязательно. И можете потом уже идти на свои позиции и ожидать вам бог. Пачок Астаура нету. Где Астаура? Ну? Алло. Там есть я. Тебя будут контролить или этих еще не будет? Нет, следующая пачка выходит, мы ее заливаем обязательно. Скажи, что сколько. А следующую пачку будем контролить. Вот сейчас босс появится, он на 5 секунд, по-моему, вылазит. Доведи его. Так, видите. Так, стопните дамаг, стопните дамаг, стопните дамаг, дамаг стопните и бейте тершат. Успеем слить еще. Надо этих мобов обязательно слить. Напуливайте ханку на них. Не, вот где надо. Переводим босса. И идите на свои позиции сейчас. Идите на свои позиции. Сейчас контролируем. Да, сейчас уже можете их контролить. Кто в Starfall не юзаете? Если вы юзнули, убирайте сейчас их. Ищите там, не знаю. Бейте босса. Сержку отдавай, Сержку отдавай. Там тоже есть что-то, пробилки свои прожимайте. Если увидите, что вы там какой-то заживете. Контроль, лови, лови. Так, ловимся. Гимн на ХП СРС, дай, гимн на ХП СРС, дай. Гимн на ХП СРС, дай. Тихо, подожди. Дай. Эндора, давай гимн на ХП, Эндора, давай гимн на ХП. Эндора, давай гимн на ХП. Все, добивайте босса. Давайте, добивайте, добивайте, давайте, давайте. Молодцы, добыл вас. Слава Иисуса во веки веков. Аминь. Ставьте, ставьте этот почтовый ящик, ставьте. Сейчас Долран, пойдем на конях сфотаемся на мувик. Класс. Да. Да, давайте, кстати, тоже сделаем фотку. На мувик там. Ну, Сильвана. Ты Сильвана упал. О, ГЦ Сильвана. Давайте пароль. Типа, слышишь, Дима, я одного моба зафирил, вообще чётенько. Молодец, конечно, споймали. А мы что, зафирили, что не зафирили, чуваку выкинули, все равно их сбили. Ну, кто-то по ним ёбнул. Я смотрю на полипалки, моб, его зафирил, не так чётенько. Так, на тебе и рыло. Тук, это почтовый ящик. Поставили? Зачистил, а вот он стоит возле крестика. Так вы в Долоран здесь, там. Сейчас там Сильвану разрулим. Коней так, из ящика берите с почтового. Я уже коня взял. Ребят, у меня этот конь появился раньше, чем, блядь, вой, да, эта девушка. Ваня, вынеси на панельку этот полезный скин, на самом деле. Даже этот смертей его выношу, типа одного мова эфиряешь, второго контролишь вообще четенько. А плащ еще не рулили? Нет. Сколько там ЕП нам положено? 2000, говорят. А что можно? Мало так. Это, слышишь, Дима, зайду на ЕП, нет? На первого друида, по. Заходи. Вы там не ливайте, слышите, коней изучите. Да, сейчас фотку сделаем по быстрому. Блять, эти кони, блять, у пол сервера есть, что его, блять, скринить? Так мы так направимся. Когда гильдия развалится, будет что вспомнить. Когда вообще сервер. Гильдия адепта развалилась, что вспомнить, прицел только и все нахуй. И лайфстил. Че, Сарсея не вспомнит, что ли? Думаю, тоже вспомнит. И в адептах была, что ли? Да? Ебать, даже прицел не помню, что ты в адептах была, а что тебе вспоминать? Ты ебать, легенда, что ли? Вот Рома, Рома скажет, ебать. Да, чё, даже вот это не линкует, что-то к не. Напиши, что же. Даже Бибопа вспомнит, что он там был, что-то там потом ушел на Альянс, то ли забил на О, на Вов, блядь, на ИП, дай спать. Кому там патинг? Ну, суйте еще раз.
подъезжайте к банку, сейчас я подъеду. Вы тут все стоите. Сейчас. Выучил коня. Олег, привет, ты тебя собрал целка, нет, на ПКД, на этих бичей? Какой КД? Ты собирал в четверг на КД этот, для гильдии, да. И не видел. Да, собрали, вывез с первого трая. Вот, вот, бетош, они меня кинули за то, что назвал ты даун на меня. Теперь этим рейдом можно идти на штурм. Давайте теперь самое главное, давайте на счет 3. Нажимайте этот пробел. Давайте, раз, два, три. Бой долбоёб. Давайте еще раз. Раз, два, три. Бой долбоёб. Все, блин, я же звезду на себя поставил. Сейчас, подождите, я тебя звезду все сниму. А, блядь. Снимайте эти метки. Вот такая особенность. Да, метки снимите. Дима, все, на тебе Рэла снимешь. Так, сейчас я посижу. Олег, дай мне это, участника группы. Ты заебала, я в гостиную не могу перейти куда-то. Ну, а, блядь, еще тут метки, секунду. Сейчас я с них все посниму. Я сам даже подам заявку. Где подать заявку? Да, Альдзет нет. Вот сейчас можно фоткать. А, стоп, треугольник еще какой-то здесь. Просто садись на маунт. Блять, стань, двигайся, дайте метку с ним. По команде делайте, чтобы синхронно пробел нажали. Один, два, три. Давайте еще раз. Один, два, три. И можем, кстати, еще давай, напоследок. Давай, кто не скачет, то ему скачет. Давайте еще напоследок, получайте на счет 3, один коня мочил, все вместе, и все. Сейчас, подожди, давайте. Сейчас открою, подожди. Давайте, давай. На счет 3 тоже один коня. Так, а где чего сейчас так мочил? Давай, ищи. Ну что, готов? Готов, будет? Готов, давай. Один, два, три. Что-то маловато людей. А зачем это? Смысл это уже линк эти же. Это небольшая реклама, сейчас они будут такие, да, знаешь. Какая реклама, Дима? Это на самом деле стыдно и позорно, ебать, такую поменьковал. Это скорее антиреклама. Да, сейчас, сейчас, ну, новички будут такие, знаешь, типа, о, а кто это, что они, кто там сходили? Откуда тут новички? О чем ты говоришь? Вылезут типы, которые будут писать, а мы уже это делали раньше. 10 лет назад. По серверу тут на всякие только бичи сидят. Новичков не появляется, слышишь? Real инфа. Не, давайте сейчас. Давайте напишем Void Top в чате. Да иди ты, слышишь, Олег, это реально позор, ебать. Старс нах. Будет только за кого может играть, только за Вара, ебать, выдать что-то. Нам какой-то дурачок пишет, он умоется твоими слезами, сделаете. А мы что сделали? Ну да, мы их делали. А и то, это в 15 году, по-моему, они делали, когда можно было... Он был полуполоманный был. Да-да-да. Не, Войт молодец, но, блядь, Войт это реально только... А давайте в натуре... Слышите, на следующей неделе соберемся, какой-то день выберем, там субботу, воскресенье. Чисто убьем там первых боссов и слезы сделаем. Просто надо рейд заряженный, вот как, ну, хотел сказать, как сейчас. Ну, без прицела. Ебать, я на слезах, да, у меня тучка есть, пидор, блядь, какие слезы, я не умру. Я не знаю тактику, но я знаю, что если, блядь, там какой-то скилл кастует, тучку прожимаешь, либо заходишь в этом темный мир. Не, я не был в игре, я был на десятке, меня позвали, говорит, прицел, инфа соточка, там Дилан, блядь, ачиву, звездочет или что-то такое. И, короче, окей, и шаман просто, блядь, взял, мимо портала тыкнул и взорвался, ебать, и умер, и мы ачиву не получили. Это Олег, слышь, ты можешь отнять моему вару ИП и начать на шамана? А то я здесь ИП не включил.
типа, а чё у вас это, вам кто-то ники ВРК поменял? Порошенко, ебать, Хиллари Клинтон, ебать, Лукашенко, блядь. Ну, Бибо, понятно, Лукашенко, потому что у него...